Доброе утро, друзья! Итак, мы начинаем. Нас ждет с вами очень продуктивная неделя, поэтому не тратим ни одной секундочки. Давайте поприветствуем друг друга смайликами. Как у вас настроение? А замечательно. Начнем мы с того, да, отключим давайте сейчас все наши скайпы, телеграммы, вайберы и телефоны, чтобы нам ничего не мешало, я тоже это делаю. Начнем мы с того, наверное, с приятного момента, да, очень хорошо начинать неделю с этого. Поздравим с днем рождения Лену Рыбаченко, вот Александра Гацко, у него вчера был день рождения наших именинников, мы поздравляем, ребята, вас. Вы суперлидеры, вы надежная команда. И самое главное, я знаю, что вы в правильном месте, вы с правильными людьми. И желаю вам только-только больших бриллиантовых команд, чтобы как можно больше бриллиантов, ну, не в виде камушек, а в виде ваших партнеров было вокруг вас, вместе с вами, чтобы вы были счастливы тем, что вы находитесь в этом бизнесе, в этой команде вместе с нами. В общем, чтобы этот год, который пришел с вашим очередным годом рождения, он был взрывным, взрывным в вашей жизни. Вот, вижу обоих вас бриллиантами, вас тогда же рядом два дня рождения, ребята, это не просто так, подумайте, это хорошая, хорошая коллаборация может быть, наверное, стоит над этим задуматься. Итак, именинникам с днем рождения, и мы поехали. У нас сегодня очень горячий день. Видите, начали с поздравления, а то ли еще будет. Итак, о чем я сегодня хочу с вами поговорить? Я поговорить хочу о нескольких вещах, и все это надо нам вместить в этот час, потому что вы знаете, что в 11 часов у нас с вами начинается телефонный интенсив. Для тех, кто записался, эта вся неделя будет горячая. Сегодня в 20 часов вечера супер вебинар. Мастер-класс от ведущего европейского стоматолога по нашему новому продукту, и я считаю, что его нельзя пропустить. Ну, а я хочу с вами поговорить на тему «Выбор всегда за тобой». Итак, еще раз здравствуйте всем. Меня зовут Жанна Платонова, кто видит меня первый раз, и сегодня я с вами буду говорить на тему «Выбор всегда за тобой». Вы знаете, каждый день мы с вами делаем выбор. Случайности, они не случайны, вот точно, что они случайны. Мы делаем выбор каждую секунду, и вот этот выбор в конечном счете определяет нашу судьбу. Что делать, как и о чем думать, все это напрямую влияет на то, что мы чувствуем. Есть такой профессор психологии и автор самого популярного курса в Гарварде, Тал Бен Шахр, да, называется он. И вот он написал книгу «Что ты выбираешь?». Поищите ее в интернете, на доступе почитайте. Там 101 урок, который поможет каждый день осознанно выбирать счастливую жизнь. И вот я некоторые такие фрагменты важные, как я считаю, для себя, и хочу с вами поделиться, выбрала для нашей сегодняшней школы, для нашего вебинара. Потому что на самом деле есть вещи, которые, если ты осознанно к ним относишься, то ты никогда не пройдешь мимо той возможности, которая у тебя есть. Очень важно быть здесь и сейчас. Вы знаете, когда мы с вами не умеем быть здесь и сейчас, то все остальное нивелируется, вот правда. Вот просто, вот, ну, считайте, что ваши усилия, ваши там позы на четвереньках, лежание вдоль цели, все остальное, оно не имеет значения, если вы не умеете быть здесь и сейчас. Вот 5 минут наслаждаться тем, что праздник, что день рождения, и искренне с душой ощущать этот праздник у себя в душе, когда ты поздравляешь кого-то, вот ощущать вот этот поток энергии, что ты поздравляешь человека. Вот в этой книге описывается одна героиня, которая в детстве лишилась слуха и зрения. Вот маленькую историю вам расскажу. И она вспоминает разговор со своим другом, который вернулся с прогулки по лесу. И она у него спросила, что ты видел? А он ответил, ничего особенного. И она была поражена, как можно целый час ходить по лесу и не заметить ничего интересного. Счастье не в том, что мы имеем, ребята, а в том, чем мы наслаждаемся. Понимаете, проснуться сегодня утром – это уже счастье. Понедельник – это счастье. Быть вместе на этом вебинаре – это счастье.
И вот она, знаете, такую фразу сказала: «Я, будучи слепа, могу дать один совет, точнее предостеречь всех, кто может пользоваться даром видеть. Каждый день используйте свое зрение так, как будто завтра вас поразит слепота. Слушайте звуки голосов, птичье пение так, будто завтра вы оглохнете навсегда. Вдыхайте аромат цветов и наслаждайтесь вкусом пищи так, будто завтра вы потеряете обоняние, и все для вас станет пресным». Следующим таким вот важным, интересным моментом вот насчет, что ты выбираешь, выбор за тобой, вот который тоже урок из этой книжки взяла, это никогда не оставаться равнодушным. Это тоже влияет на наш выбор, это наш выбор. Потому что на самом деле люди, которые умеют отдавать, они получают от жизни гораздо больше. Психолог одна провела такой эксперимент, в котором просила людей в течение одного дня совершить 5 добрых дел. Подходило любое дело – испечь печенье, угостить им соседа, пожертвовать деньги, помочь другу в решении проблемы или сдать кровь. И что она в итоге обнаружила, когда она проработала с этой группой людей? Что независимо от того, каким бы было доброе дело, оно заметно меняло качество жизни тех, кто его совершал. И не только в тот момент, когда они творили добро, но и значительно дольше. Да, помните этот фильм, я думаю, как все видели, «Заплати другому». Поэтому очень часто самый лучший способ помочь себе, услышьте меня сейчас, ребята, и решить свои вопросы, и решить свои проблемы, и закрыть свои там квалификационные моменты, и какие-то статусные, и финансовые, это помогать другим. Щедро отдавая и охотно принимая, мы создаем такие взаимовыгодные отношения, в которых оказание помощи и принятие помощи формируют взаимовыручку и эмпатию. Где нужна ваша помощь? Какой вклад вы можете внести в жизнь других людей? Задавайте себе такой вопрос каждый день. Еще очень важный такой пункт насчет ошибок. Вы знаете, очень многие люди очень переживают из-за ошибки, прямо катастрофа, прямо с ума можно сойти. А вот я могу сказать так, что каждый раз, когда ты будешь, и в этой книжке хорошо это прописано, что каждый раз, когда ты будешь понимать, что ошибка – это не катастрофа, а ошибка – это возможность измениться, то тогда мы в этом моменте увидим хорошую обратную связь. Мы на самом деле увидим связь как толчок к своему изменению, к своей спирали развития. Поэтому относитесь к ошибкам как к дару. И вместо того, чтобы говорить: «Ой, какая беда, ой, что случилось», отвечайте просто: «Как интересно получилось, ну надо же, как прикольно, ой, ну надо же, как весело», понимаете как? И тогда любая ошибка, она вам даст вот ту, правильно, вот ваша обратная связь, да, на реакция на ошибку, она вот даст тот виток, который действительно ускорит и улучшит ваш результат и ваш успех. Еще такой один маленький аспект, чем я хочу, обязательно хочу сегодня поделиться с вами этим, это сосредоточиться на том, что важно. Вот мы будем сегодня чуть попозже говорить о важных вещах. Я считаю, что о крутых вещах октября месяца мы будем говорить. Поэтому очень важно уметь сосредоточиться, потому что когда мы живем в таком состоянии какой-то гонки вечной, вечного хаоса, нам кажется, что ты вот должен все это успеть, ты не успеваешь читать какие-то информационные объявления, ты не успеваешь понять, ты еще одно как бы не переварил, не устаканил, не составил свои планы, как другое появляется. Тут только-только мы закрыли наш промоушен на круиз, появляется шикарная возможность на Дубае, а ты еще не знаешь, как с этим разобраться, у тебя еще какие-то остались там незавершенные дела по тому промоушену, может быть, да? Так вот, научитесь сосредоточиться на том, что важно. Если для вас важно промоушен на Дубае, а мы сегодня о нем будем говорить, вы на этом концентрируетесь, а не на чем-то другом. Еще такая важная вещь есть, что условия для роста. Вот я сейчас расскажу вам пример одного, значит, ну, еврея, скажем так, раввина, который всегда носил с собой две бумажки. Одну со словами: «Мир был создан для меня», а другую: «Я прах и пепел». Две бумажки, да? И обе эти фразы, сложенные вместе, они помогают достичь эмоционального равновесия. Когда у вас плохое настроение, первая бумажка напоминает о том,
как мы на самом деле важны, да, мир создан для меня. А если мы чувствуем себя слишком самоуверенными, неуязвимыми, такими, знаете, крутыми, такими прямо все, то вторая бумажка, она напоминает о скромном происхождении и неизбежном конце. И вот эти два напоминания, они просто необходимы человеку, чтобы реализовать свой потенциал для личностного и общественного развития. Поскольку как избыток самонадеянности, так и недостаток, он мешает нам расти. Вот, знаете, очень важно иметь нормальную, адекватную свою самооценку. Не занижать себя, но и не завышать, потому что тогда наш рост останавливается. Поэтому вот такие короткие выдержки этой книжки, мне очень хотелось с вами поделиться на, как сказать, в канун того важного, о чем сегодня будет идти речь, и вообще вся неделя, чем будет пропитана этот весь месяц. Поэтому на самом деле выбираете вы пренебрегать своей осанкой, да, или держать себя уверенно и с достоинством, страдать от однообразия или находить необычное в обыденном, затаить обиду или прощать, смириться с тем, кем себя считаешь, или стать тем, кем ты хочешь быть. Это все зависит от вас. И только вы выбираете. И вот такую важную фразу, я бы считала, такая фраза может быть хорошая, фраза дня, недели, месяца, как для кого, возьмите ее себе на вооружение, можете даже сфоткать. Мастерство пилота и его стремление выжить проявляется только тогда, когда автопилот выключен. Поэтому попробуйте взять штурвал и поуправлять своей жизнью. Так намного интереснее. То есть, когда вы живете в спокойной, размеренной жизни, когда нету каких-то таких вот определенных вызовов в жизни, как промоушены, когда нету каких-то стрессовых ситуаций, как не сложилось то, что ты планировал, ну, тогда на самом деле вы не живете. Вы просто плывете по течению, как сказала когда-то одна моя знакомая, как, в общем, как дерьмо по Енисею. Знаете, такое выражение есть. Так вот. Убирайте автопилот, прекратите ждать, когда за вас кто-то решит, родители, муж, жена, дети, наставники, спонсоры, не надо, берите жизнь в свои руки, берите штурвал в свои руки и делайте вызов. Вызов всему, что сегодня вызывает у вас сопротивление, вызов всему, что вызывает у вас какой-то страх или стресс, и тогда увидите, какая ваша жизнь будет классная, и вы поймете, я хозяин этой жизни. Когда один раз ты это испытаешь, вот, знаете, я когда-то сделала такой вызов, я оставила свою работу очень классную, многие знают эту историю, и ушла в сетевой маркетинг. Я сделала вызов сама себе. Но с того момента я наслаждаюсь жизнью. Делайте эти вызовы как можно чаще себе, и увидите, какая будет классная у вас жизнь. Вот такое маленькое, небольшое как бы послание, чем я хотела поделиться сегодня с вами, перед тем, как поговорить о серьезных, классных вещах. Итак, что нас с вами ждет? Вы буквально, мы знаем, мы с вами прожили сейчас два замечательных дня, мы прожили с вами Европейские экспо и услышали там о путешествии в Дубае. У многих из вас закрыт есть промоушен на круиз, который будет весной, но вы знаете, компания делает два путешествия в год, и почему бы не дерзнуть и не поехать во второе в Дубае, а есть такие, которые не успели сделать промоушен на круиз, ну что-то не получилось, так, ребята, вот карта, у вас карты в руках, а сейчас, когда я вам еще расскажу вот выгоды, вы знаете, я вот тут у меня листики, если прямо сидела, прописывала, прежде чем вот сюда на слайды переложить, я просто в восторге от той математики, которая получается. Итак, Дубай. Кто был в Дубае? Ставьте циферки какие-то. Давайте семерочки. Кто был в Дубае? А я пока маленький ролик вам про Дубай. Я была в Дубае несколько раз. Ставьте семерочки, кто был в Дубае. Ну, впечатляет не то слово. Вы видели, пустыня, нету чернозема, нету деревьев, нету лесов, нету ничего. И такой, такая красота, такое гигантство. Это, ребята, ну, это просто... Вы можете всю жизнь мечтать и никогда туда не попасть. Вы, да, у вас даже будут деньги. У вас даже будут деньги. Ну, кстати, в Эмираты это очень дорогая поездка, чтобы вы понимали. У вас даже будут деньги, но вы, ну, не решитесь туда поехать, потому что будете компанию искать или со второй половинкой. Со второй половинки это так пару тысяч долларов надо, чтобы съездить, да? Или такого компаньона найти. Вы так будете откладывать из года в год, из года в год. А сейчас нам компания предоставила такую возможность побывать там, потом, притом побывать в кругу единомышленников, на драйвовых классных мероприятиях, ивентах Дубая. Итак,
Я думаю, что вы можете еще загуглить, зайти на YouTube и посмотреть кучу-кучу роликов. Вот если на самом деле ты хочешь чем-то возбудиться, сам зайди, поковыряйся, поищи, почитай, и ты поймешь, что ты хочешь и там быть, и там быть, и там быть. Но компания сделала такую приятную нам с вами новость. Она нам предложила закрыть промоушен, сделать промоушен и поехать туда в подарок. Вот. Промоушен это длится, он у нас есть в каналах, в наших чатах, он длится с 1 октября по 28 февраля, 5 месяцев. Но я сказала это не для того, чтобы сейчас расслабиться и ждать, что чудо произойдет. Во-первых, чудо никогда не происходит, если первый шаг не делаешь ты, запомните. Помните, выбор всегда за тобой. И в первую очередь выбор твоего права сделать первый шаг. Это вот, ну, как бабки, знаете, даже не надо ходить, это точно так работает. Есть шикарные промо-пакеты. И что я вот сейчас хочу вам, я подготовила такую небольшую вам выкладку, математику, как выгодно закрыть этот промо. Первый, ты делаешь первый шаг. Берешь сам хотя бы минимум один пакет за $500. Обратите внимание, здесь нету дорогих пакетов. Да, мы учли, компания учла, что сентябрь месяц тоже был финансово интересный, да, с баллами были довольно такие финансово, как увесистые пакетики, поэтому здесь пошли по минимуму, то есть максимально пакет $500, то есть из двух видов, 500 там и 250, ну, меня возбуждает пакет за 500, почему? Потому что он дает 50 travel баллов, ребята, услышьте меня. Пакет за $500 дает 50 travel баллов. Чтобы вы понимали, и если вы помните, а кто-то, может быть, новенький, не знает этого, всегда на промоушены по путешествиям компания давала за пакеты $1000, то есть когда там ты сам берешь или подписываешь человека, за пакеты $1000 давали 25 travel баллов. Сейчас за пакет $500 50 travel баллов. Вот. Поэтому что я рекомендую? Не знаю. Если у вас есть оправдания, там, финансовые или еще какие-то, что нету денег, не хватает денег, не успею, не знаю, получится, то это сейчас не для вас. Вот то, что я рассказываю, это для тех, кто принял решение, что он там хочет быть. И он пока что не думает о каких-то сложностях и не включает сопротивление. Первое, ты сам берешь этот пакет. Что, нет звука? Напишите мне. Есть, хорошо, спасибо. Первое, ты сам берешь этот пакет. Ну, я почему написала минимум один? Ну, классно взять сразу 4, и все, и ты пол промоушена уже сделала. А что с ними делать? Пользоваться, продавать, все, что хочешь, дарить, презентовать. Это мы потом поговорим попозже. То есть первый шаг, ты берешь сам этот пакет. Второе, ты подписываешь по максимуму партнеров на промо-пакеты. Да, ты не можешь за 4 пакета синвестироваться. Вот я понимаю, да, ну, $2000 надо подумать еще, откуда их вытащить, где их взять, где одолжить, или даже если у кого-то есть, как с бюджета, потому что если человек собирает там пару тысяч долларов, зачастую у него есть планы на них, там, да, что-то купить, что-то отремонтировать. Ну, не вопрос, не надо вам брать 4 пакета, возьмите один хотя бы и подпишите 7 человек до конца месяца. На эти шикарные пакеты. Эти 7 человек принесут вам по 50 travel баллов. Итого у вас будет 350 за подписание, 50 личных. Ура! У вас 400 travel баллов. Вы закрыли пром. И у вас еще впереди 4 месяца. Вы еще можете сделать шикарную работу и закрыть пром на второго человека, на ваучер, на перелет, так далее, так далее. Я считаю, что такое вот сколько я в компании, такого шикарного еще условия по прому насчет travel баллов, поверьте мне, не было. Теперь давайте вот то, что я проговорила, это вам моя рекомендация, сфоткайте, пожалуйста, чтобы вам было понятно, откуда взять 400 travel баллов. Подпишите 7 человек. Подпишите 8. Не будете сами брать. Подпишите 8 человек в этом месяце.
Какие проблемы на условно арена Supreme? Вот, но я считаю, нужно взять самому, потому что там есть шикарные сейчас вещи, про которые я вам расскажу. Смотрите, выгоды. Я уже только что про нее говорила, про эту выгоду, что до 31 октября пакет стоимостью $500 дает 50 travel баллов. Это просто вау, дайте вашу реакцию, ребята, потому что стандартно пакет за $1000 всегда давал нам 25 travel баллов. Вот это вы улавливаете, напишите вашу реакцию, отреагируйте, пожалуйста, смайликами, какими-то, я не знаю, там, словами, любимыми цифрами, кто что хочет, отреагируйте, что это круто, круто. За 500, вот в свою голову, за $500 вам дают 50 travel баллов. Это, знаете как, я иду, например, в магазин. У меня нету планов на эту покупку, нету. Ну, как-то без нее могу обойтись. Но вдруг я понимаю, что, знаете, как про тех раков, что вчера они были такие же, но за столько. И вдруг я понимаю, что сегодня это в 4 раза дешевле, чем это было месяц назад. И даже не имея плана на эту покупку, я начинаю включать мозг, снимаю трубку и начинаю каким-то образом собирать деньги на эту покупку. Это нормально. Вы знаете, у меня была мечта купить домик в Киеве на Осокорках. Ну, как-то давно она у меня была, эта мечта, еще даже когда я не имела потребности такой в жилье, которая возникла у меня последние там 5 лет, когда у меня нормально все было жильем, я жила в Крыму, все, но я хотела иметь свое жилье в Киеве, и почему-то всегда мне как-то Осокорки нравились. Но когда я перебралась в Киев, мы с дочкой снимали здесь квартиру, все равно у меня взгляд упал на Осокорки. И, ну, я там связалась с риэлторами, понятно, они периодически мне звонили, что-то показывали, но все как-то было не то, чтобы мне сильно хотелось, или место не подходило, или, ну, еще что-то. Ну, как-то вот так вот, что я могла легко сказать, да нет, это не то, не то. Ну, тем более, знаете, как у меня деньги не лежали кучкой, мне еще нужно было их заработать, подсобирать и так далее, и так далее. Поэтому я легко говорила, это не то, потому что, ну, знаете, как, когда вы деньги, конечно, они тебя же лежат вот так вот кучкой, ты достаешь и говоришь, я хочу, вот они у меня деньги, и ты начинаешь тюк-тюк-тюк выбирать. И вдруг какой-то момент мне показывает домик, вот в котором я сейчас живу, ну, он такой без ремонта еще был, все, и все совпало. И расстояние к метро, и сам, как сказать, проект дома, и, ну, в общем, все совпало. И территория, вот как-то все совпало, вот все мне легло. А суммы-то не было необходимой на эту покупку. Полсуммы только было, понимаете как? Но я поняла, что это то, что я хочу. И что завтра такой возможности может не быть. И я себе сказала, нет, я лучше сейчас упрусь, включу все усилители и пособираю деньги, чем я упущу такую возможность. Так вот и здесь. Я не знаю, когда будет такая возможность. И, вы знаете, можно всю жизнь откладывать. Но помните, когда вы откладываете, это за вас кто-то выбирает. Когда вы принимаете решение, это вы выбираете. А еще такой очень важный, вот я сейчас вам такой аргумент дам, как по продукции. Я просчитала набор продукции. Во-первых, туда входит шикарная продукция, зубная паста, новый продукт. По себестоимости в этом наборе продукт, паста зубная, ну, я тут написала 350 гривен, она там даже где-то дешевле, 320, вот так получается. Но сейчас не в деталях речь. То есть фактически зубной пасты там, это все оптовые цены. Если взять зубную пасту, которая там на $250, Резерв, Майн, Нару, Баллайф и Ампер, то продукция там по нашей цене на $630. Розничная цена, то это маленькую наценку взяла, 30% всего, 850, потому что, ну, почему бы не продать по рознице? Вы знаете, если вы думаете, что у нас на рынке нету людей, которые пользуются зубной пастой за 500 гривен, то вы ошибаетесь. Я говорю про Украину, в России то же самое. То есть есть люди, которые пользуются зубной пастой за 15, 17, $20, таких людей очень много. Просто не ленитесь снять трубку и собрать. А даже если у вас есть знакомые, которые пользуются сегодня пастой за 100 гривен, соберите свои аргументы, почему человек должен отдать вам там 350 или 500, это как уже с кем вы построите разговор. То есть продукция очень шикарный набор. И я думаю, что после сегодняшнего мастер-класса, который будет в 8 часов вечера, а еще те, кто попал на интенсив и будут неделю на интенсиве находиться, вы легко распродадите этот пакет, потому что мы всю неделю будем заниматься тем, как
делать, играя легко, с радостью, с энергией, звонки, прибыльные звонки, скажем, слово прибыльные звонки. Ключевое слово этого интенсива – прибыльные звонки. Поэтому, знаете как, есть такое понимание, торговое, чтобы вы понимали, имайн классный, резерв, у нас классная продукция, и у вас у многих уже есть клиенты, которые легко отдают за эти продукты, и 100, и 150 долларов, не вопрос. Но есть порог, который финансовый, который, с которым людям легко расстаться. Вот этот порог, он до 500 гривен. Это та сумма, что когда человек, даже не зная ценности товара, не будучи уверен в его результате и так далее, он думает, ну ладно, та сумма, с которой я могу расстаться. Там 300, 350, 500 гривен, я в гривнах, это так скажем, 10-15 долларов, это тот порог, с которым человек, это подсчитано маркетологами. Поэтому не бойтесь это предлагать всем. Финансовый порог, с которым человек легко расстается на сегодняшний день, на наших рынках, в Европе это выше, это 10-15 долларов, ребята. Кстати, даже если говорить про тревел-баллы, у нас шикарные тревел-баллы. В Европе не такие тревел-баллы. В Англии не такие тревел-баллы. У них за большую сумму меньше тревел-баллов. Это очень крутые тревел-баллы, нам выбила наша дирекция. И грех этим не воспользоваться. Кроме того, вы имеете статус сапфира на 90 дней. Это значит, кто еще не закрыл сапфира, вы имеете возможность получать лидерские бонусы. И плюс 40 travel баллов от всех подписанных партнеров, которые будут подписываться в октябре. Там уже не важно, с каких пакетов. Не обязательно вот с этого пакета, который промо, а с любого другого пакета вы будете иметь дополнительно 40 travel баллов. И это все до конца месяца. Сегодня у нас только 12 октября, ребята, только 12 октября. Мы еще с вами работаем почти 3 недели. За эти 3 недели, знаете, что можно пешком в пустыню сходить и вернуться, если тебе очень сильно надо. Поэтому, что бы я вам советовала, что бы я вам рекомендовала? Первое, я бы вам рекомендовала сейчас сделать выбор для себя. Второе, еще раз вот эту математику просмотреть. Третье, вот эту презентацию я сюда загрузила, но сейчас я скину ее в чат. Это презентация этого продукта. Это презентация этого продукта. Я сейчас вам ее давать не буду, потому что я знаю, что лучше, чем сам доктор, который будет давать, да, доктор Эйюб Челик, создатель зубной пасты, лауреат премии Лондонского парламента, лучший стоматолог Европы. Лучше, чем он в 8 вечера, это никто не расскажет. Мало того, у вас шикарная возможность сейчас пригласить туда, это будет на Фейсбуке, открытый вебинар, мастер-класс, пригласить много-много-много людей. Составьте свое продающее предложение, знаете, вот, чтобы человек пришел, вы правильно должны создать продающее предложение. То есть не делайте это хаотично, сделайте это правильно, грамотно, и зайдут ваши гости, да. А здесь вы видите, какие ингредиенты, какой вкус, значит, ну, вопросы, которые часто задаваемые. Вы здесь почитаете про доктора, про активированный уголь, который туда входит, с чего он этот уголь, поверьте мне, это не с угля, да? Также, что туда еще входит, что дает хороший эффект. Всякие вопросы, то есть эту презентацию сейчас кину в чат, читайте вопрос. Эффект за 15 дней. То есть у человека повышается тональность зубов, тон зубов у человека за 15 дней на один тон зубы становятся светлее. Запомните, ребята, я общаюсь со стоматологами, часто бываю у них, вы никогда нету такого средства, которое сделает ваши зубы белыми, если им не дано быть абсолютно белыми, да, вот единичкой. Но если ваши зубы, например, там сегодня на уровне семерочки, они станут шестерочкой. Если на уровне шестерочки, они станут пятерочкой. То есть как минимум на тон они станут ниже, даже за 15, ну, на тон светлее, даже за 15 дней, даже за 15 дней. Поэтому не надо много ожидать и считать, что тебе покрасят белой краской твои зубы, но вы увидите, что тональность зубов, она изменится, и это очень круто. Вот, и это очень круто. Поэтому моя рекомендация вам на сегодняшний день. Делайте правильный выбор. Посмотрите еще раз ролик и не один ролик. Правильно отнеситесь к тому, что у нас до 31 числа такие возможности. Используйте на всю интенсив прибыльные звонки. Сегодня приглашаем людей на вебинар в 8 вечера.
Завтра, во вторник, приглашаем на 20 часов на вебинар по бизнесу, наш командный вебинар. В четверг приглашаем на марафон по стройности, по зену. То есть возможности затрагивать людей, и где на вас работают спикеры. То есть ваша задача пригласить и закрыть рот. Спикер все сделает. Используйте возможности этой недели. В субботу у нас будет шикарная с вами еще одна возможность. С 10 до, так, сейчас скажу вам точно. Ты все подключала? В субботу марафон по продукту. Так. И будет целый день, ну как, с 10 до 15. С 10 до 15. 5 часов марафон по продукту. Будут выступать эксперты, люди, которые имеют результаты. Пожалуйста, на этот марафон, это тоже будет марафон на Фейсбуке, проводят у нас совместно две дирекции, то есть будут классные, крутые ребята с двух дирекций выступать. Приглашайте туда гостей, и у вас продукт будет улетать, как горячие пирожки. Я не знаю, что еще надо сделать для того, чтобы вы сделали выбор. Но поверьте мне, вы можете ходить на все марафоны, на все вебинары, на все мастер-классы и надеяться, заводить туда гостей и надеяться, что что-то произойдет. Так не бывает. Вначале ты делаешь свой первый шаг, вначале ты начинаешь жить по принципу «здесь и сейчас», по принципу «отдай, чтобы получить», по принципу, что все у меня получится, и тогда только Вселенная пошлет тебе бесконечный, нескончаемый поток клиентов и партнеров. Желаю вам продуктивной недели. У кого есть вопросы, у нас есть чат обсуждения в Телеграме, пишите в этот чат, задавайте вопросы. Сейчас у нас осталось буквально 15-20 минут передохнуть, и мы идем с вами на интенсив, это для участников интенсива. Ну, я так думаю, что по максимуму я все, что хотела, вам сказала. Старалась вас не загрузить. Видите, я вам дала немножко и тренинг, и цифры, и мотивацию. Но самое главное, запомните, за $500 50 travel баллов еще никогда не давали. Это глупо сейчас не поехать в Дубай. Глупо. Глупо. Но вы никогда не продадите этот пакет, ну, вероятность низкая, скажем, никогда не говорю никогда, не взяв его сам. Сам берешь и легко продаешь до конца месяца, даже 7 пакетов. Это всего-навсего сюпримы. Тем более за таким продуктом, который стоит небольшие деньги. И с нашими любимыми продуктами, брендами, которые входят в этот пакет, я считаю, что вообще не проблема вернуть эти деньги. Все. Или себе попользоваться. Все. Всего хорошего. До встречи с вами в 11 часов, кто будет на интенсиве. Пока-пока. Еще раз наших именинников. Днем рожденников. Леночку и Александра поздравляем, ребята, объединяйтесь, что-то мне так сегодня подсказало, что, знаете, случайность и не случайным, как-то так вот сегодня мы вас вдвоем поздравляем, значит, объединяйтесь, я думаю, вы можете хорошую коллаборацию в этом месяце сделать, и самое главное, да, что это еще все повлияет на ваши премии, потому что это еще месяц премии, это месяц премии, который действительно может взять каждый из вас, перешагнув на следующую ступеньку в своем бизнесе. Пока!